Здравствуйте! В эфире кулинарная передача «Еда», и мы ее ведущие Цыбикова Виктория и Феденюк Владимир. Если вы любите полезную и вкусную пищу, добро пожаловать на нашу кухню. Здесь мы научим готовить любого школьника. Полноценный завтрак – это правильное начало дня, но только при условии, что он должен являться одновременно вкусным и полезным. Яичница в хлебе – хороший вариант, простой в приготовлении и отличный на вкус, пришедший из английской кухни. Готовить такой завтрак можно из засохшего хлеба или батона, как делали во времена зарождения рецепта, когда хлеб даже после засыхания не выбрасывали. Если же у вас нет засохшего хлеба, не беда, и свежего получится не менее вкусно. Для приготовления этого блюда нам понадобится 2 яйца, 2 куска хлеба, масло для жарки и соль по вкусу. При желании в начинку можно добавить резанный помидор, колбасу, перец и все, что вы любите. Для начала кусочки хлеба избавляем от мякиша, оставляя бортики. Для этого мы берем нож и вырезаем им центр хлебного кусочка. Затем ставим на средний огонь сковородку. После этого наливаем масло и выкладываем наши кусочки хлеба. Их необходимо слегка обжарить по 1 минуте с обеих сторон. Далее, оставляя хлеб на сковородке, в середину каждого кусочка кладем нарезанные овощи. Если их нет, то просто разбиваем яйцо, затем солим. Обжарив с одной стороны около 1,5 минуты, аккуратно переворачиваем на вторую сторону и также обжариваем. Наш завтрак готов. Кстати, по желанию, вы можете одну из сторон посыпать сыром или зеленью. Тоже получится очень вкусно. Следующее блюдо придется по нраву любителям выпечки и яблок. Сейчас мы приготовим шарлотку. Для этого нам понадобится стакан муки, стакан сахара, 5 яиц, 3-4 средних яблока. Для начала чистим яблоки и нарезаем. Отставляем в сторону. Разбиваем яйца в миску и взбиваем до образования пены. Затем дождиком постепенно добавляем сахар. Сначала на низкой скорости миксера, а потом постепенно увеличивая до максимальной. Это нужно для того, чтобы тесто насытилось кислородом. После того, как у нас образовалась густая однородная масса, добавляем просеянную муку. Миксер убираем в сторону, нам он больше не пригодится. Добавляем муку постепенно, помешивая столовой ложкой в одном направлении. Кстати, сеять муку нужно тоже для того, чтобы насытить тесто кислородом. Тогда оно получится пышным и воздушным. После того, как наше тесто приобрело однородный вид, мы добавляем туда яблоки и также перемешиваем ложкой. Теперь мы берем форму для запекания и смазываем ее подсолнечным маслом. После этого выливаем нашу массу в форму и ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем от 30 до 45 минут в зависимости от того, какая у вас духовка. Ну вот, наша шарлотка готова. По желанию, можно ее украсить сахарной нетающей пудрой, растопленным шоколадом или чем-то еще. На сегодня это все. Готовьте вместе с нами и удивляйте своих близких. Не забывайте писать в комментариях, какие блюда вы бы хотели увидеть в следующем выпуске нашей передачи. До новых вкусных встреч! Пока!